В воскресенье в Вентспилсе на озере Бушнеку было многолюдно. Звучала музыка, в воздухе пахло приготовленным в котелке на костре супом и царило радостное оживление. Именно в этот день одновременно по всей Латвии, включая такие города, как Рига, Юрмала, Лиепая, Елгава, Салдус и, конечно же, Вентспилс, в 12 часов дня состоялось открытие нового сезона любителей зимнего плавания. В прошлые годы открытие сезона в нашем городе проходило на лодочной станции Дампели, но в этом году место сбора участников клуба «Вентспилсские морские львы» поменялось. Почему в этом году на Бушнеке? Вода теплее? Ну нет, для моржа это не показатель. Просто мы решили поменять место для разнообразия. Потому что в этом году у нас так получилось, что лодочная база Дампели, мы туда не можем попасть в связи с ограничениями, связанными с ковидом. Ну, мы решили менять место. У нас в разных местах мы плаваем. Мы и на Венте, и на море, и на Бушнике, и на Ринде. Ну вот, подумали все вместе, решили, что сделаем на Бушников. Посмотрим, как будет. По словам Натальи, в период пандемии число участников клуба немного увеличилось, и в городе появились также люди, которые сами по себе этим занимаются, закаливаются и ведут здоровый образ жизни. Все это от того, что вентспилсчане не хотят болеть, хотят быть здоровыми и крепкими. Наталья поддерживает такое стремление и считает, что это правильная позиция, особенно сейчас, в период пандемии. Вия пришла на открытие со своим домашним питомцем, псом Роджером. Он тоже уже опытный пловец и, находясь на берегу, не мог дождаться того момента, когда прозвучит команда «Старт». Питомец уже 7 месяцев, сейчас ему 5, и 2 января он тоже вместе с нами купался. В общем, ощущение, конечно, обалденное. Сейчас вода не такая холодная, но зимой, когда минус и вода, это тогда супер. Многие из тех, кто принял участие в открытии сезона, опытные пловцы. Станислав занимается зимним плаванием вот уже 8 лет и признается, что самые яркие ощущения у него зимой в мороз. Плаваю в течение всего года. Здесь, в Бушнеках, на Венте, в Дампеле, в море. Может быть, не 2-3 раза, но один раз в неделю точно. Обязательно надо начинать. Обязательно, и тогда все будет хорошо. И со здоровьем, и со всем остальным. Мэгги и Эвелина – новички. Занимаются 2-й год. Но, несмотря на это, бесстрашно ринулись в воду и оставались в ней даже тогда, когда все уже вышли на берег. Девочки рассказали, почему они этим занимаются, и пообещали быть на открытии сезона и в следующем году. Это такой адреналин, такие острые ощущения. Ну и, конечно же, это здоровье. Здесь не важно, кем ты работаешь и сколько тебе лет. Главное то, что ты страстный приверженец этого вида спорта. Вентспилсские морские львы – это удивительные люди. О том, какие они и в чем их особенность, рассказала руководитель спортивного управления Вентспилсской думы Дайна Пайпала. Количество тех, кто занимается зимним плаванием, растет с каждым годом, как в Латвии, так и в Вентспилсе. И эти люди особенные. Они ответственные, у них большое желание этим заниматься, энергия. И все это вдохновляет и других. Они как семья. Сюда человек может прийти попробовать, они его поддержат, вдохновят. Я тоже сегодня утром прошлась по воде, и ничего такого страшного в этом нет. Так что это каждому по силам. Необходимо только желание и радость от того, что мы делаем. Итак, сезон открыт, как и открыт для всех желающих клуб «Вентспилсские морские львы». Как говорится, в здоровом теле здоровый дух.